Неужели мистер Барли? Офигеть, если это реально так. Он? Сейчас нужно ну-ка. Просто в этом убедиться. Так, открывайте это... дверь, мистер Барли. Да открываем Барли. Скорее! О, это он. Кубик? Босс, ты жив! Что? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Так как это? Мистер Барли, вы же из старого поколения бравлеров, все... Об этом многие знают, как вас зовут. Вы же популярный бравлер. Я офигеть. Вас знаю. Да, мистер Барли. Победи. Ну, пока что не приближайся ко мне, потому что я не знаю, кто ты такой. Я с ним в одном городе жил. Он со мной был в одном городе, мистер Барли. Все нормально. Да, ну ладно тогда. Хорошо. Да. Бо, только объясни, пожалуйста, ты что здесь вообще делаешь? Каким образом ты здесь оказался? Да, я тут давно на самом деле. Я просто решил сюда переехать. Вот мой дом большой такой вот. Подожди, переехать? То есть предыдущая база там, ну, мистер Барли оказался на базе, ну, там небольшая база была, это твоя? Да, там была база, это твоя база. Это моя, да, но вы сами видели, а? Там вот такая же картина была. Да. Ну да, это моя база. Она просто маленькая. И я перестроил вот... Ну да, это на самом деле вообще в несколько раз больше будет. Я тут вообще для всех бравлеров... Господи, что это все за штуки такие народные, не понимаю. Мистер Барли, лучше не прикасайтесь, а то бахнет, все, мало не покажет. Хорошо, реально, какие-то да. Блоки вообще технологичные, я таких просто ни разу в жизни не видел. Как так я тут построил-то? Не первый день живу уже. Ну да, тоже верно. О, а там еще около твоего дома дом был. Мы так поняли, то, что это дом Ниты. А, мы уже правильно поняли? Разрушенный который. Да, там недалеко от твоего. Это Нита была. Там просто в один момент приземлился туда метеорит, и все. А с Нитой что? С Нитой что? Она жива? Жива, да, нет? Нита-то где? А я, к сожалению, не знаю. После того, как динамит, метеорит упал на ее дом, я больше ее не видел. К сожалению. Черт возьми, я думал, что она еще тогда погибла, когда деревню нашу разрушила. Откуда Ниту знаете? Это... Нита, это моя дочь. Да. Чего? Я тоже этого не знал, на самом деле. Правда, это моя дочь. Я ее потерял, когда разрушили нашу деревню. Серьезно, ее отец, мистер Барли? Да. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Ну, блин, как мне теперь ее найти? Надеюсь, что она жива, надеюсь, что да, она и не погибла. Мистер Барли, давайте просто будем думать, что она жива, и мы 100% сможем ее найти. Просто... Надеюсь, у вас это получится. А, погоди, стоп. А откуда ты знаешь Ниту? Ну, вообще-то, мы с ней в одной деревне жили раньше, когда маленькими были еще совсем-совсем. Вот. Да. Но потом, к сожалению, деревню нашу разрушили. И только я и Нита уцелели. Так вот. Ну, подождите, вы можете прийти, я так понимаю, то, что вы в одной деревне, что ли, раньше еще жили? Или как? Да, действительно, это и так и есть. Ну, я тебя не помню, к сожалению. Ну, я же говорю, я был маленький, может быть, вы меня... Ладно, бой, ну и что? Быть, вот да. Вы, получается, что сделали-то с Нитой? А дальше мы просто с Нитой построили новую, настоящую деревню бравлеров, и там с ней жили. Но и с той деревней произошла беда. Да, вот она это как раз сама сгорела. Деревня, в которой был ты, Купик? Да, ну, видимо, так и есть, просто так. Она сгорела, мы с радостью сбежали. Но я знал, к сожалению, о ней все, знал, что произойдет беда. И как откуда вы поняли... ты это знал? Ты с ними заодно был? Нет, мистер Барли. Мои предки просто это предвидели еще тогда. И мне еще в детстве об этом сказали. Офигеть. Так вот, я сразу же переехал сюда. Я решил... О, а почему ты тогда всей деревне об этом не рассказал? Почему ты в тайне это держал? Ну, а зачем это всем рассказывать? Как мы зачем? Ты бы спас очень убегали? Много жизней, очень много бравлеров. Не знаю, так получилось. Мы когда с деревни просто... сразу убегали, мы тогда просто всю деревню смотрели, и в живых вроде бы никого не оставалось. Мы думали то, что все погибли. А кроме тебя, Анита, кто-то сюда прилетел? Я не знаю, вроде бы нет. А тогда для чего ты построил столько домов? Ну, я думал-то, что они здесь и придут ко мне. Да на самом деле я кукухой поехал уже. Леон? Да, мистер Барли, тут один из домов, это дом Леона. Там еще вон ваш дом тоже есть. Да... А Динамайк откуда здесь? Динамайк тоже, что ли, тогда выжил? Все были, да. Я ничего не понимаю. Так, а мистер это Барли, давайте тогда просто сейчас... Ну, у вас-то, получается, есть свой дом. Я пока что, наверное, в доме Ниты... Ой, точнее, в доме Биа поживу немного, я думаю. Вот, и нас сейчас просто в дом построить. Будет, она не обидится. Кто такая Биа? Объясните мне. Это тоже из нового Бравла. Мистер Барли, это все долго. Ладно, объяснять. Не буду допытываться. А можно, да, мы займем каждый свой дом, чтобы хоть как-то выживать здесь? Да, у тебя есть вещи хотя бы просто, чтобы Барли первоначально расположиться? Ну, смотрите, у меня
еще с построек осталось немножко барахла. Вот поройтесь вот в этих вот ящиках. Так, там, в принципе, хорошо. Есть полезные вещи. О, да, угу. Я думал, что это нам пригодится, только у меня, блин, весь инвентарь забит. Нужно сейчас немного расчистить. Я пока что сюда это все сложу временно, ладно? Как скажете. О, тут даже есть... Что это такое? Где? Мистер стол, Барби. Есть стол, это хорошо. А что это еще за предметы? Там какой-то крюк какой-то непонятный. Так, а криокамера у меня, если что, есть своя. Я мистер Барли, это же кран, это что? Кран? Что такое кран? В руки мыть, под вот вода оттуда вытекает. Да, мистер Барли, вы вообще, походу, ничего не знаете. Ладно, я пока что пойду, немного сейчас предметы расставлю свои. Аккуратней, вот каждые 5 минут падают метеориты дурацкие, будьте осторожны. Хорошо, да. Хорошо, ладно, спасибо большое тебе, мистер Бо. Так, пожалуй, криокамеру поставлю просто здесь. Капец, нам так повезло, то что мы смогли найти Бо, я даже не знаю, это... Везение какое-то, или как это можно назвать. Ладно, в любом случае, сейчас нужно просто мне немного расположить вот эти все вещи. Блин, так-то мне кажется, что сейчас вообще немного не до этого. Нужно просто попробовать поискать других бравлеров. Может, еще кто-то все-таки жив. Может быть, даже Ниту сможем найти. Ладно, сейчас просто расставлю здесь мельком вот эти блоки. Так, черт, я походу не все взял. Даже кран некуда поставить. Ладно, пока что просто нужно поставить стол. И на него нужно поставить компьютер. Потому что там, по-любому, есть еще целая куча всякой важной информации. Так, ладно, это, в принципе, все, что я успел ухватить. И что-то это немного маловато. Ладно. В любом случае, я думаю, что нужно немного передохнуть, потому что спать реально хочется. Я не спал, мне кажется, уже просто несколько дней. Это капец какой-то. Так, стоп. Я сейчас слышал какой-то звук. Или мне показалось? Да, там вроде бы босс стоит. Черт, нужно сейчас постараться беспалевно это как-то сделать. Вон там стоит. А зачем он за мной подглядывает? Странно как-то это все. Ладно, в любом случае, просто сейчас лягу и отдохну. Надеюсь, то, что он ничего плохого с нами сделать не хочет. Я же помню, Боб был нормальным, хорошим бравлером. И вроде бы... Ладно, это все странно. Нужно просто немного передохнуть. А пока я решил немного вздремнуть, я тебя хотел попросить, чтобы ты поставил лайк на это видео и обязательно подписался на канал, если ты этого еще не сделал. Красная кнопка подписаться находится прямо под видосом, там внизу. И вот если она у тебя реально красная, то нужно сделать ее серенькой, как и вся моя комната, в которой я нахожусь. А еще я тебе хотел напомнить то, что у меня же есть свой собственный сервер в Майнкрафте ПЕ, который называется Кубик Плей. Вот его айпишник здесь летает, кубикплей.ру. Он здесь летает, летает. Тебе нужно просто его поймать и зайти в Майнкрафт ПЕ прямо на мой сервер, поиграть вместе со мной. Я так думаю, то, что после этого видосика я это, конечно, обязательно сделаю. А еще напиши свои гениальнейшие мысли по поводу этого сериала. Как ты думаешь, что же у нас будет дальше? Ну, а я пока что думаю то, что нужно дальше лечь спать. Купик, 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 открой, ты здесь? Мистер Барли, я только уснул. Что вы хотите? Вы зачем сюда пришли, мистер Барли? Слушай, у меня странное предчувствие. Бо какое? Только что за мной следил. Причем да. Несколько раз, он приходил, уходил, и для меня это очень странно. Что если это не настоящий босс, в котором ты жил в том городе? А что если это тот человек, который разрушил ваш город? Мистер Барли, он устроил целую деревню, и вы думаете, то, что это просто, чтобы нас сюда заманить в ловушку? Возможно, то, что да, возможно, то, что он таким образом пытался заманить сюда всех. А что если это вообще джин? Я не знаю, мистер Барли, я думаю, что нет. Я, кстати, тоже заметил то, что он здесь у меня за дверью стоял. Ладно, я думаю, то, что единственный способ просто разобраться во всем, отправиться к нему и все у него разузнать. Да, давай так и сделаем, только будь аккуратен, да. Вдруг это действительно опасный человек. Мистер Барли, я на всякий случай взял меч в руки, а то вдруг придется сражаться. А я возьму с собой посох. Но я все-таки верю, то, что это обычный бой, это самый настоящий бой, который в нашей деревне был. Так, аккуратнее, готовься, давай, раз, два, три! Бо, ну-ка! Бо, ты здесь, Бо! Мистер Барли, а куда он делся? Его здесь нету. Ты здесь!